турне по столичным ресторанам и кафе устроили студенты. Цель – проверить, что предлагают учащимся на обед в перерывах между парами. Лига студентов обследует общепиты, сравнивает цены и анализирует качество питания. Результаты должны повлиять на меню и на цифры в нем в вузовских столовых. Почему, например, в том или ином университете обед комплексно обходит студенту 40-50 рублей, а в другом он не может быть ниже 150 рублей? Это очень хорошая форма общественного контроля.